Привет, мои пушистики! И вы на канале Сенс Брекс. И я сейчас расскажу о деревне. У меня вот такая вот деревня, цветы. И сегодня будем праздновать мой прошедший день рождения. Сейчас расскажу, как он настоящий был. И потом я сейчас расскажу, как я праздновал свой настоящий день рождения. Я думала, есть кайф праздновать. Но потом мы были на батутах. Там очень круто. Есть еще фоточки. На инстаграме нет. Так что, ребятки, извините. Да вот. Будем праздновать. Сейчас покажу, как мы устроили свою комнату. Как красиво мы это все сделали. Я еще другой комплект одену. Ну, вот, ребятки, пушистики мои. Ну, я думала, не покажу уже на видео. Может, даже я засниму, как мне принесли торт, я буду задавать свечки. Покажу вам, как украсили мы комнату. Бабас, кашка пьявстой без харкаты дендерой. Чаш, бабас, ваклаус. Бар, венц, раз, два, три, готовы, ребятки? Вот такая красота у меня. Вау. Там еще выше есть. Сейчас покажу по одному шарику. Вот тут весь комплект висит. А с этой стороны раз, два, три. И там еще в конце. Сейчас покажу вам. Сейчас, подождите. Спасибо. У меня еще есть один баллон. Во, розочка. Это я просто нажала так свою косточку. И вот тут еще один баллончик вам висит. И очень круто сегодня будет. Тортик будем кушать. У меня очень жду тортик. Поэтому пошли на кухню. Уже сможем нам шашлычки жарить. Мы шашлычки будем кушать. Потому что, ребятки, пушистики мои, я думаю, очень круто будет. Я... Что-то вкусно пахнет уже. Что-то вкусненького. Может, уже мама жарит. О, уже все над тут уже. Все уже мама, баба, дед. Даже и я уже. Фу, дым. Во, что творится там вдалеке, видите? Ребятки, видно. Ну, я... Вы видите? Там видели? Нет, я издалека. Тут дым идет вот какой. Сюда. Во, уже в другую сторону идут. Но все равно опять уже уйдут. Сейчас мама... А, уже еще не шарить. Сейчас пойду посмотрю, что там делает баба с дедом. Дед куда-то идет с какими-то там малками. Там. Вот, сейчас посмотрим, что бабулька. Я буду за ней проглядывать. Слежу за ней. Мне интересно. И потом мы ее напугаем. С вами, ребятки. Ребятки. Там она что-то задумала. Пробираемся, ребятки. Пробираемся, ребятки. По-тихому. Она что-то заболела меня. Ребятки. Сейчас не буду запугать. Я не буду ничего говорить. Ребятки. Во! Во! Все, встретимся, ребятки. Ну, напугали мою бабульку. Ну, а с вами пока будем прощаться. Может, сейчас встретимся с вами. А если нет, завтра все расскажу. Всем удачи, всем пока-пока.